Оказывается, практически все жители Печоры – землевладельцы. Жильцы многоквартирных домов должны платить земельный налог за участок, над которым находится их личное имущество. Согласно жилищному кодексу, владельцы помещений многоквартирных домов на праве общего долевого владения являются еще и владельцами определенной общей собственности, включающий земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания и эксплуатации благоустройства данного дома, объекты, расположенные на указанном земельном участке. В соответствии с земельным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности, а также присвоении кадастрового номера указанному земельному участку, плательщиками земельного налога признаются собственники помещений рассматриваемого жилого дома. Поэтому, не имея ни одного земельного участка, горожане, тем не менее, вполне могут получать уведомление об уплате земельного налога. В этом нет ничего необычного, все в рамках закона. Имеется площадь, определенная под данным домом. Имеется площадь, предположим, квартиры, которая принадлежит гражданину. Выводится доля квартиры, которая принадлежит, будет какой-то процент. И процент от общего земельного участка, и считается, что гражданин им владеет. С нее исчисляется земельный налог. Так что, получив подобное уведомление, не стоит удивляться. Тем более, что сумма к уплате, как правило, небольшая.